Здравствуйте, я врач-дерматолог Гюнай Мамедова, и сегодняшняя тема одна из актуальных проблем в области дерматологии – это онихомикозы. Онихомикозы – это инфекционное заболевание грибковой этиологии, и в настоящее время существует ряд методов лечения. Это системная терапия, наружная и лазерная методика. Как было ранее принято, системная терапия является одной из самых эффективных методов лечения, но не стоит забывать о ее высокой токсичности, следовательно, пагубное влияние на печень и почки. Наша задача – это подбор эффективных и безопасных методов лечения, что с успехом практикует наша клиника. В данном случае поговорим о лазерном методе лечения онихомикоза. Аппарат израильского происхождения. Преимущество данного аппарата состоит в том, что является высокоэффективным, процедура совершенно безболезненная, не требует реабилитационного периода и, что немаловажно, это отсутствие побочных эффектов. Как работает лазер? Он имеет свойство глубоко проникать через ногтевую пластинку и непосредственно влиять на патогенные грибки. За мгновение, которое длится импульс лазера, происходит уничтожение грибков, и ткани вокруг ногтя не испытывают никакого негативного влияния.